Приветствую вас, друзья мои! Сегодня я приглашаю вас в городок Тиволи, который находится в 30 километрах от Рима. С вокзала Термини до Тиволи я добралась на электричке. По времени час езды. Цена билета 2 евро 60. Городок Тиволи знаменит тремя виллами. Это вилла Десте, вилла Адриана и вилла Григориана. Каждая из вилл по-своему прекрасна. Сегодня мы погуляем по вилле Десте, которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вилла Десте была заказана кардиналом Ипполитом II. Он был сыном Альфонсо I Десте и Лукреции Борджия. Сыном той самой Лукреции Борджия, про которую я тоже вам рассказывала. А она была дочерью самого скандального папы римского Александра VI. То есть заказчик этой виллы был внук папы римского Александра VI. Из дворика мы переходим во дворец. Он был построен в 1550 году, после того, как Ипполит II был назначен папой Юлием III пожизненным губернатором Тиволи. Таким образом, папа хотел компенсировать не совсем удачную попытку Ипполита II занять папский престол. Кардинал, разочарованный тем, что не был избран папой, решил создать виллу с размахом. К новому статусу, соответственно, нужен был и дворец. Пока я показываю вам залы, по которым мы должны пройти, прежде чем попадем в сад, я расскажу вам немного о вилле. Грандиозная и живописная вилла была построена там, где когда-то росли оливковые рощи и находился небольшой монастырь, который в дальнейшем расширили и превратили в настоящую архитектурную жемчужину времен Возрождения. Комплекс виллы состоит из дворца, сада с аллеями и живой изгородью и многочисленных фонтанов. Сейчас вилла является музеем. Цена билета 12 евро. На территории виллы можно находиться хоть целый день. В трехэтажном дворце 27 залов. Самые красивые залы находятся на верхнем этаже. Каждый зал отличается разной тематикой фресок. Роспись практически всех залов необычна. Она имитирует различные отделочные материалы. Может показаться, что стоят колонны из мрамора, а на стенах висит гобелен. В углах видна лепнина. Можно часто встретить фальшивые двери и окна, через которые просматриваются пейзажи. Кардинал Ипполит Десте доверил дизайн виллы архитектору Пиру Лигорио. Кстати, он в свое время работал в Ватиканских садах и в соборе Святого Петра. Чтобы реализовать идею с множеством фонтанов в саду, была разработана подземная водопроводная сеть, длина которой была 600 метров туннелей. По ней поступает вода в фонтаны из реки Аньени. В строительстве виллы принимали участие огромное количество рабочих, художников и мастеров. Инаугурация виллы была уже в 1566 году, это через 16 лет после начала строительства. Инаугурация виллы Десте проходила в присутствии папы Григория XIII, в честь которого была названа третья вилла в Тиволи – вилла Григориана. После инаугурации работы еще продолжались несколько лет. Помещения дворца были украшены и почти достроены только после смерти кардинала. Многие из вас, если не бывали на вилле Десте, то наверняка слышали про нее. Прекрасные виды виллы вдохновляли художников, музыкантов и поэтов. Посмотрите, какая перспектива изображения. И это 16 век. Здесь просматриваются пейзажи через колонны. Это мне напоминает зал перспективы, который находится на вилле Форнезина в Риме. Этот зал называется зал фонтана. Здесь мы видим ложную дверь и дверь, в которую можно выйти в узкий коридор, который тоже украшен фонтанами.
На вилле открыты двери и окна, и сюда часто залетают голуби. Они чувствуют себя полноправными хозяевами и с высоты наблюдают за нами. С этого зала можно сразу выйти в сад, но тогда мы пропустим несколько залов. И я все-таки решила пройти по залам, а потом выйти в сад. Мне очень хочется показать вам всю красоту этого дворца. После того, как осмотр залов закончится, по лестнице мы спускаемся на первый этаж, а оттуда выйдем в сад. Переступив порог, мы попадаем в сад, в котором находятся 250 статуй, 50 фонтанов, террасы, пещеры, огромное множество декоративных растений и деревьев. В какое бы время года вы ни приехали на виллу Десте, всегда что-то цветет. В апреле цветут фруктовые деревья и тюльпаны. В прошлый раз, когда я была на вилле Десте, весь сад был в тюльпанах. В этом году я приехала на виллу в начале мая. Тюльпаны отцвели, но сейчас пышно цветет глициния, и вилла кажется еще прекраснее, чем раньше. Растения здесь подобраны так, что одно растение отцветает, другое начинает цвести. И поэтому вилла кажется всегда в цветах. Великолепная лоджия, с нее вид на сельскую местность. На кассе при покупке билета всем выдают план виллы, и чтобы не пропустить ничего, стоит следовать строго по маршруту. Если вы запланируете поездку в Тиволи, то стоит сюда приехать на весь день. Можно не спеша погулять по вилле, а потом по городку. Вилла понравится не только взрослым, но и детям. Единственная проблема может возникнуть у людей с ограниченными возможностями. На вилле очень много лестниц, подъемов и спусков. В начале 17 века вилла перешла по наследству кардиналу Алессандро Десте. На вилле и в садах началась реставрация. Была отремонтирована водопроводная система, фонтаны и улучшена планировка сада. В 18 веке вилла была заброшена. Только в середине 19 века, благодаря новой реставрации, вилла вернулась к своему былому шику. На виллу приглашали видных деятелей искусств. В том числе в этом саду гулял и композитор Лист, который написал здесь и посвятил вилле три произведения. У кипарисов виллы Десте два произведения и одно произведение фонтаны виллы Десте. В свое время даже наш любимый Джан Лоренцо Бернини принимал участие в возведении фонтана. Вилла постоянно переходила по наследству, а в 1918 году она стала национальным достоянием итальянского государства. Великолепные фонтаны виллы стали служить образцом, и по их образу были построены другие сады. Например, Королевский дворец с садом в Казерте.
Он находится в 2-3 часах езды от Рима. Это фантастически красивое место. Под лоджией дворца находится фонтан Бикьероне. В переводе с итальянского – большой стакан или чаша. Автором этого фонтана является Бернини, без работ которого уже трудно представить Рим. На наших прогулках по Риму я часто показываю его работы. Петр I был так очарован всеми фонтанами, после посещения виллы он решил построить Петергоф, но в более крупном масштабе. Овальный фонтан или фонтан Тиволи – это один из самых запоминающихся фонтанов виллы. Вода падает вниз в бассейн овальной формы, от которого он и получил свое название – овальный фонтан. За красоту его еще называют королевским фонтаном. Тиволи – очень древний город. Он был основан в 13 веке до нашей эры и назывался Тибур. Именно поэтому дорога, идущая из Рима в Тиволи, называется Тибуртина. Фонтан был создан, чтобы символизировать Тибуртинские горы, по которым текут три реки. Каждая река представлена мифологическими статуями. В центре стоит статуя Тибуртинской Севиллы. Она держит за руку ребенка, символизирующего Тиволи. По всей вилле разбросаны лилии и орлы. Их можно увидеть везде, даже на цветочных горшках. Это геральдические знаки семьи Десте. Эта аллея называется 100 фонтанов. Протяженность аллеи 100 метров. На ней находится 100 форсунок, расположенных в два ряда. Аллея 100 фонтанов соединяет между собой два важных фонтана, посвященных Тиволи и Риму. За спиной у нас находится фонтан, где мы сейчас с вами были, он посвящен Тиволи. А в конце аллеи находится фонтан, посвященный Риму. И опять мы можем увидеть орла, символ семьи Десте. Это удивительно красивое место послужило декорацией для многих художественных фильмов. Фонтан драконов сейчас на реставрации. Говорят, что этот фонтан был построен всего за одну ночь. Фонтан Рометта. Его название означает «маленький Рим» или «Рим в миниатюре». Он был построен в 1570 году мастером фонтанов Луиджи Маккароне. Фонтан обогащен знаменитыми символами Рима. Мы видим лодку, обелиск. Лодка – это остров Тиберина. Статуя, олицетворяющая Рим, и капиталистская волчица с Ромулом и Ремом. Этот фонтан тоже издавал музыку, но механизм, который сломался, так и не смогли отремонтировать. Фонтан-орган. В нем помещен водный механизм, с помощью которого издаются мелодии. Работы по строительству фонтана начались в 1568 году во время кардинала Алессандро Десте. Это удивительный фонтан. При помощи воды орган издает звук. В нем запрограммированы 4 пьесы эпохи Возрождения. В то время это было чудо, которое удивляло гостей виллы. Да и в наше время музыка фонтана развлекает и радует гостей виллы Десте. В двух больших нишах находятся статуи Орфея и Аполлона.
Фонтан Нептуна, несомненно, является одним из самых живописных и восхитительных фонтанов виллы. Фонтан поражает своей красотой и мощью. На нем в солнечный день можно часто заметить радугу. В центре между высокими струями, внизу сквозь пелену воды, можно рассмотреть фигуру Нептуна. В честь него и назван фонтан. Три большие прямоугольные бассейны, расположенные в центре сада, вода стекает с фонтана Нептуна. Бассейны украшены вазами. В этих бассейнах разводили рыбу, чтобы развлекать гостей рыбалкой, и тут же готовили и подавали на стол. В прошлом, да и сейчас, гости виллы любят гулять здесь. Фонтан богини природы встроен в стену виллы Десты. Он был заказан Ипполитом II, скульптору, который был вдохновлен знаменитой Дианой Эфесской. Фонтан был сделан из особого материала, который называется тибуртинский винный камень. У богини природы мы видим много грудей. Они символизируют плодородие природы и непрерывное течение жизни. Первоначально статуя находилась в нише нынешнего фонтана органа. Но Алессандро Десте в 1611 году перенес ее в более укромное место, чтобы не привлекать внимания и не идти вразрез с суровым законом. Ведь этот фонтан – сюжетом языческого культа. Вот он и был спрятан подальше от глаз, ведь мы знаем, что в Риме уничтожалось все, что было связано с языческим культом. Стены виллы Десте увиты кустарниками роз. Сейчас время их цветения. Это место находится рядом с фонтаном Нептуна, между высокими и могучими кипарисами. Отсюда открывается прекрасный вид на большую часть сада и дворец. В эпоху Возрождения это место было украшено беседками и окружено статуями. В центре расположены 4 фонтана. Еще обратите внимание на пол из белой, черной и розовой гальки. Между живыми изгородями спрятался еще один замечательный фонтанчик, и их очень много на вилле. Дорогие друзья, наша прогулка по вилле Десте подошла к концу. Надеюсь, что она вам понравилась. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и приезжайте в Рим, ведь скоро уже откроют границы. А я буду прощаться с вами. Всего вам хорошего и до новых встреч, друзья!